станции. Потому что вы сейчас являетесь без билета. Я вам показал, я могу на выходе оплатить. Проходим. Так вещи мои не так. Вы что, это мое имущество? Можно представьтесь, пожалуйста. Представьтесь. Руками не трогайте меня. Проходите. Представляйтесь. Проходите. Представляйтесь. Проходите. Вы кто вообще? Кассир-контролер. Откуда мне знать? Представляйтесь. Вот у меня жетон, пожалуйста. Ну а удостоверение можно ваше? На выход проходите. Представляйтесь. На выход проходите. Представьтесь. Без проблем. Снимайте. Да. Я тоже. И что? Без проблем. Физическую силу на каком основании применять? Силу? Вы не умеете применять. Да вы вещи мои личные, понимаете, взяли? Так, два. Сергей Леонидович. Косяк это. Так, до полного. Считали? Нет. На выход. На выход. Нет, я на выходе оплачу. Что нет? У вас есть билет? На выходе билета нет. Люблю билет. Проходим на выходе. На выходе куплю билет. Вам помочь еще раз. Вы не можете мне помочь. Могу помочь, я могу вас вызвать. Вы не можете, я вас сажу. Вы можете физическую силу применять. Прочитайте еще раз. Где написано, право, вы не имеете права вообще прикасаться ко мне. Вы покинули работу. Вы не имеете права прикасаться ко мне. Знаете кто? Прочитайте правила проверки. Я посчитал, пойдемте, там написано. Почитаем. Пойдемте. Я вам показал правила. Пройдите, вам сложно что-то? Я считал уже, знаком с правилами. Пойдите. Я знаком. Пойдемте, прочитаем вместе. Мы вместе с вами прочитали уже. Конечно. Если вы провоцируете, говорите, что вы провоцируете. Что вы мозги делаете? Я не провоцирую. Что ты мозги делаешь? Ничего я не делаю. Пройди, пожалуйста, вперед. Я вам показал правила. Ты что тут правила, не правила? Вот кассир говорит. Так я могу на выходе оплатить. Все платят за проезд, выходите, мозги делают. Я не отказываюсь, вы не трогайте меня. Проходите. Не трогайте, смотрите, что делают. Да, потихоньку, проходим. Не трогайте меня, не имеете права. Проходите. Не имеете права прикасаться. Что это такое? Что? Я не понимаю вас. Ну-ка. Что трогаешь? Под уголовку пойдете. Под уголовку пойдете, будете трогать меня? Вы меня трогаете, вещи мои личные. Просто просят пройти вперед, первый вагон, не все. Вас просят. Ну, просите. Сказал же, просим, пожалуйста, пройдите вперед. Вам что еще? На колени стать что? Мне позже выходить. Вас же просят пройти первый вагон. Зачем? Вас же не высаживают. Да и на каком основании ты меня вызвал? По-русски что, не понимаешь, что ли? Понаехали тут. Русский язык надо понимать. Молодой человек, вы нас сейчас... Вас просят просто выйти в первый вагон. Вас никто не высаживает. Я вам показал, что я могу оплатить. Вы без билета. Вам еще раз говорят, вас никто не высаживает. Я не мог приобрести, понимаете? Сюда смотрите, вас кто понимает, на встречу идем, вам на встречу. Можете дистанцию соблюдать, пожалуйста? Мы идем на встречу. Я вам еще раз, оденьте маску, оденьте, пожалуйста. Маску оденьте. Соблюдайте дистанцию, присползла маска. Вам еще раз говорю. Вас никто не высаживает, поймите. По-русски говорю, поймите. Ну, все тогда. Первый вагон пройдите аккуратно, и все там дальше доедете. Ну, зачем мне проходить? Просто пройдите первый вагон. Просто нельзя, мы не имеем права вас оставить как без билета. Можете, вот написано. Я не могу. Я могу. Просто не хочется, просто молодой пацанчик, слишком шумит, что ли, просто у меня нервы отказываются. Да вы не нервничаете. Ну что ты нервничаешь, вы же заставляете меня же, все идут с билетами, вы не хотите первый вагон. Я пройти, хочу оплатить на выходе. Оплатите, пожалуйста. Вот. Хочу здесь на выходе оплатить. Не разговаривают на пожалуйста, что вам еще надо? Вам подошли, поздоровались. Да, поздоровались. Ну на выходе я могу оплатить, пользуюсь своим правом. Сейчас-то что у вас? Я пользуюсь своим правом просто. Я сейчас пользуюсь своим правом, высажу вас. У меня нет такого правила. Есть, пойдемте прочитаем. Ну, каким образом высадить? Где сами, написано, сами, что вы можете физическую силу применять? У вас нет таких, ну потому что... Просто высадил. Вы меня трогали, понимаете? Это физическая я вас сила. Просто высадил. Вы меня трогали, это физическая я сила. Я вам вы не можете. Я вас высажу сейчас по станции. Вы не можете. Вот с помощью еще пассажира. С помощью пассажира? Ну, но он тоже под уголовку пойдет. Ну, что вы говорите? Сейчас будем покидать вместе электропоезд. Не будем. Каким образом будем кидать? Сходим, мы пойдем своими ногами, да. Возьмите свой рюкзак и я не пойду. Я вам точно говорю. Да вы не можете меня... Так как вы отказываетесь оплатить проезд... У вас нет полномочий применять физическую силу. Физическая сила. Так встанете и пойдете. Ну, когда будет моя станция, пойду. Нет, вы сейчас пойдете. А вы под уголовку пойдете за это. Обязательно. Поеду побои снимать. Окей. Просто так и лучше. Сейчас вы отказываетесь приобретать проезд? Я на выходе оплачу. Сейчас вы отказываетесь приобретать?
На выходе оплачу. Сейчас вы отказываетесь? Я не отказываюсь. Отказываетесь. Не отказываюсь. Сейчас вы отказываетесь, правильно? Нет, я на выходе оплачу. Сейчас вы отказываетесь. Я не отказываюсь. Сейчас вам что мешает? Ну, сейчас мне придут деньги, я оплачу. Уже видите, у вас начинается. Сейчас вот выйдите по станции Крюково. Понятно. Почему я сейчас должен ходить? Вам не трогайте меня. Деньги. Не трогайте. Порвете почту. Вот дальше. Не трогай меня. Пойдем. Не трогай. Что делаешь? Ты что делаешь? Сижу просто. А? Ты что делаешь-то? Вы хоть знаете, что такое слово физически? Да знаю, когда кто прикасаются. Примерно, ты просто не видел, просто что такое физическая сила. С вами на вы он разговаривал. На что? Вы. На вы человек разговаривал. Ах, нормальный косы, лучше него не бывает. На вы да. Это мои вещи ли, брал. При чем тут вещи? Да при том, что если это мои личные возился, вещи. Если он сразу взял вас, выкинул, правильно? Но он не может так сделать. Ну не может, ну вы тоже не можете так делать. Я могу, я вам показал четко правило, написано где. Просто вы не знаете, что такое физическая сила применить. Просто вы не встретились с этим. Ну хорошо. И не стоит этим встречаться, физическая сила. Хорошо. И зачем так делать? Вы сейчас доедете до Москвы прекрасно, без билета. На выход, оттуда перелезете туда и все. Да, куплю билет на выход. Просто нельзя так делать, вы только растете. Так можно, я вам показал, почему я не... Почему я не могу пользоваться своим правом? Да вообще, это, ну правильно, ну вы же. Все, даже дети маленькие заплатили, забрать и еду спокойно. Я не оплатил, потому что там касса не работала. Просто вы человека провоцируете, понимаете, как? Что слово провоцирует? Как? Типа, бей меня. Я не говорю, бей меня. Вот так вы говорите, намекаете, бейте меня. А вы не знаете, ну... что такое физическая сила, сейчас я вам хорошо. Это шлепну одним пальцем. Хорошо, я не буду с вами мама, спорить. Папа. Я не буду с вами спорить. Да, все, удачи вам. Все нельзя до... так делать, еще раз доброго. Говорю, некрасиво с вашей стороны, нехорошо. Хорошо. Никого. Не уходите себе нервы, не да. Просто... Да, дело в том, что косырь, прекрасный косырь, я его шестой год знаю. Таких да, людей... понимаю, да. Ну что вы тут дорожите? Просто... Ну я согласна, что нехорошо, но отпуск там написано... Идти навстречу пассажиру. Вот я иду к нему навстречу. Он меня, извините, тремя словами посылает. Ну, это понятно. Да, три слова он меня посылает аккуратно, красиво. Я вежливо общался с вами. И видно, что вы вежливо. Встал бы и пошел вперед. Как вот, вот сколько их зайцев там без билетных людей. Как идти на вас навстречу? Не знаю. Я не понимаю, только навстречу надо идти вот так и все.